Итак, нас двое на мотоцикле, у нас есть неделя времени и есть план, то есть маршрут, по которому мы бы хотели передвигаться. В идеале мы хотим посмотреть Калабрию и объехать всю Сицилию. Итак, приглашаю вас попутешествовать с нами. Наша первая остановка – деревенька Калабрара. Вот он, мой прекрасный принц, на его железном коне, на фоне лавандового поля, у подножия замка, некогда прекрасного, а ныне разрушенного. Такой вот городочек на самой вершине мира. Очень крутой. Лаванда. Лавандовые кусты. Мы посмотрели Калабрера и отправились в сторону побережья. Мы добрались до побережья, это недалеко от города Скалья. Вот такие вот персонажи живут в развалинах старого города Скалея. Мы, как всегда, забрались на самую верхотуру. И отсюда осматриваем один человечек. А еще Италия, конечно, вся состоит из потрясающих деталей, очень живописных. Вот, например, вот таких вот. Вот мы и доехали до Реджо ди Калабрио. Это, собственно, крайняя точка носа сапога. И отсюда, из Реджо ди Калабрио, мы планируем на пароме добраться до Сицилии, в местечко под названием Мессина. Вот мы сейчас на пароме выезжаем из Реджо ди Калабрио в Мессину на Сицилию. Наш первый вечер на Сицилии. Местечко Тармино. Излюбленное местечко Стефано Дольче Доменико Габбана, который здесь устраивает свои презентации коллекции Альта Мода. Вот и наш зверь стоит. Конь железный. Милые итальянские детали. Тармино. Вулкан Этна. Завтра планируем туда попасть. Итальянская принцесса пошла.
Ну да, вот как-то так. Тармина. Период вечерних сумерек. Вот, мы тут на мотоцикле. На мотоцикле не одни. И вот такая вот чудесная пешеходная улица. Сейчас пойдем ходить бродить и что-нибудь вкусненькое кушать. Такие вот милые сицилийские всякие сувениры и вкусняшки. А еще тут проходит какая-то шумная итальянская свадьба, поэтому очень-очень много парадно одетых людей. Мы, конечно, как всегда, нашли себе вот это очень крутое место. Такое вот, вот где-то там, где Денис Вячеславович. Алла? Колёвком балкончики. Наша чудесная итальянская вилла. Наш домик в Тармине. Вот так вот мы тут жили. Вон они шлемы. Ну да, вот я уже в мотоциклетном экипе готова, собственно, двигаться дальше. Путь. На обратном пути по дороге от вулкана Этна в сторону города Сиракузы мы проехали несколько очень симпатичных итальянских городков. Название, к сожалению, я не запомнила, но несколько кадров успела снять. Еще один городочек. Просто проезжаем мимо и все, что нравится, останавливаемся. Какая-то вот такая вот история интересная с красивыми арками. А ночью все это очень светится. Вот они, свежайшие сицилийские персики по 99 центов за килограмм. Сейчас вот купим себе в дорогу, будем их лопать. А это мы уже в Сиракузах и еще один наш итальянский дворик. Вот сегодня мы будем жить здесь. Вчера я отравилась устрицами, мне было очень плохо, а сегодня с утра начался ливень. А сейчас вот дождик прекратился, да, и мы ходим, гуляем. Древний греческий амфитеатр в Сиракузах. Там у нас была арена, а это уже греческий амфитеатр.
Да, еще здесь замечательный парк и различные гроты, в том числе и грот Дионисия. Сейчас покажу. Очень классный парк, мне прям... Ой. Разные и растения. Сейчас пойдем в грот. Вот он, грот Дионисия. Дома Сиракус. Знаменитая площадь центральная города Сиракуз в форме, как считают местные, миндальной семечки, миндального ореха. И здесь как раз снимался фильм «Смолена» Моники Беллуччи. А это знаменитый дом города Сиракузы только изнутри. Посмотрите на эти потрясающие греческие колонны. Честно говоря, подобного я не видела ни в одном еще итальянском соборе. И снова мы на пароме. Теперь уже в обратную сторону, Сицилии, на материк, в Реджо ди Калабрия. Мы посмотрели Таормину, мы посмотрели Вулканетто, посмотрели Катанию, Сиракузы. До Палермо мы в этот раз не доехали. Значит, придется нам еще на Сицилию вернуться вот наш мотоцикл. А это уже городочек под названием Трапия. Мы хотели сюда заехать по пути на Сицилию, но потом решили заехать наоборот. А это тоже Трапия, но другая обзорная точка. И вот такой вот очень красивый пляж. Территория. А это мы остановились на ночевку на агроферме. Так, мы снова в Матере. Очень хотелось сюда заехать. Вот она у нас была намечена. Целый день на обратном пути. Мне очень хотелось посвятить Матере, в частности, этим вот кварталом Сасси, совершенно потрясающим.